Добрый день, меня зовут Анна Романова, я специалист в области самостоятельных путешествий, и поэтому тема иностранных языков мне, конечно, очень близка. Более того, я сама являюсь преподавателем английского языка, и когда я узнала о проведении мастер-класса Луки, естественно, мне захотелось его посетить, потому что тема на самом деле очень интересная. Это фонетика, ударение, то есть кажется, что тема простая, да, с одной стороны, с другой стороны, на самом деле сложная. И вот мне очень понравилось, то есть как этот материал выдал вот именно Лука. Во-первых, это было очень содержательно, большой объем информации, очень динамично, эмоционально. И вот при изучении каждого второго, третьего иностранного языка теперь можно для себя определить, вот именно с какой точки зрения подойти к изучению языков. То есть предложение делится на сегменты, и в каждом предложении определяется смысловое ядро, да, вот какие-то значимые слова. И вот именно на этом был сделан сегодня акцент. Поэтому вот когда начинаешь изучать иностранный язык, соответственно, уже вот даже как-то чувствуешь вот этот ритм и разбиваешь предложение на куски, да, под музыку. Вот именно как бы учить нужно ритмично. И вот это такая, можно сказать, изюминка. Вот мне сегодня очень понравилось. И, соответственно, при изучении второго, третьего иностранного языка я тоже буду принимать и применять именно вот как бы один, да, из методов, о которых сегодня разговаривал Лука. Вот поэтому очень довольна осталась именно тем, что посетила мастер-класс, впечатления самые приятные. И, во-первых, вот как бы появился еще, да, как даже, можно сказать, учитель в нашей жизни, вот, собственно, у которого можно перенять какие-то интересные методики в изучении иностранных языков. Поэтому благодарю организаторов конференции. Всего доброго!